Друзья, в Ютубе появилась новая функция «Создать клип». Давайте ее проверим. Нажимаем «Создать клип». Кстати, к слову, надо сказать, что не везде есть вот этот значок. Где-то нету, вот здесь, вот видите, где-то есть. Ну, короче, почему нет? Сразу же у нас здесь в правом углу верхнем появляется... Друзья, вы, наверное, можете не видеть. Появляется вот такой значок. Здесь мы пишем название, ролик, да, и... А, нет, поделиться клипом. Создать клип. Новая функция в YouTube. И после чего добавляем сервис. Да, вот начало, конец. И нажимаем поделиться клипом, друзья. Проходит некоторое время. Проходит обработка. И теперь, друзья, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем, у нас есть ссылка. Мы можем ее скопировать, запустить, и ролик начнется ровно с того момента, с которого мы определили посмотреть видео целиком или поделиться клипом. Вот, создать новый клип. Друзья, давайте... Стой! Вот. Ты ну, в ПВС свой видел? Сейчас да, маловато. Видите, подключи ФПС бустер. Это... Да, вот видите, который мы выбрали. Вот этот момент. С него и начинается. Что у нас будет на канале? Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет на канале, видео. А в общем-то ничего нет. У нас просто есть ссылка на фрагмент ролика, которым мы можем делиться, где-то постить и можем, кстати, у себя в обсуждении, наверное, запустить этот ролик. Вот. Да, можем. Друзья, вот, собственно, и все. Как-то так. Надеюсь, вам видео было интересно. Всем пока, до свидания.